Чем выйти из сумрака? На камчатских дорогах идет операция «Тонировка». Инспекторы ГИБДД останавливают машины с затемненными стеклами и замеряют светопропускание. Ветровое и передние боковые должны пропускать свет не менее чем на 70%. К остальным вопросов нет. Тонировка прочих стекол не запрещена, разве что если речь не идет о зеркальной. Если измеряемые стекла слишком темные, то инспекторы штрафуют автомобилиста на 500 рублей и требуют снять тонировочную пленку на месте. Если он отказывается выполнять данные требования, то инспектор ДПС выдает требование, в соответствии с которым владелец транспортного средства обязан в срок, установленный должностным лицом, устранить правонарушение и явиться в подразделение МРЭО ГИБДД того района, на территории которого было выявлено нарушение. В случае невыполнения требования автомобиль будет снят с регистрационного учета. В текущем году за невыполнение требований по устранению тонировочной пленки прекращена регистрация 3 автомобилей. Также напоминаем, что так называемые альтернативы тонировки, то есть сетки, шторки, легкосъемная пленка, также запрещены действующим законодательством Российской Федерации, так как ограничивают обзорность места водителя. Добавим, что с начала года инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности за слишком темные стекла более 1000 водителей.